всех святых и торжество нечистой силы ожидают нас уже в грядущую пятницу. Чтобы быть в тренде, в Хэллоуин нужно быть хорошо разодетым и размалеванным. Страшно, женщина? Нет, не страшно, Мишенька. Плохая масочка. Узнала меня? Узнала. Надо было грим хороший делать. Да, такой, как предлагают наши стилисты. Давай посмотрим. Ну, я думаю, я бы напугался. Если решили отмечать День всех святых Хэллоуин, делать это стоит по всем традициям жанра. Костюм я оставлю в вашей фантазии, возможностям, но с гримом помогу. Грим в домашних условиях сделать совершенно несложно. Главное иметь при себе гуашь, карандаши и тени. Смотрите и учитесь. Знакомьтесь, это Алексей. Мы сегодня будем ему делать грим на пол лица. С этой стороны вот мы и начнем. Используем первым делом карандаш. После того, как основные линии прорисованы, беремся за черные матовые тени. Следом идет гуашь. Что касается цветов, в таком гриме можно дать разгуляться фантазии. Выбирайте разные цвета. Чем ярче, тем лучше. Краску растушевывайте подушечками пальцев. Добавьте теней. Грим Алексея готов. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Парень как парень. Куда же на вечеринку без подружки? Сделаем, конечно же, и женский грим. Знакомьтесь, это Анна. Сегодня даже не могу сказать, что мы с ней будем делать. Сейчас сами все увидите. Помимо теней и краски, к нашему гриму добавим блеска. Для этого используем клей для тела. Наносим его на нужные нам участки, затем покрываем блестками. Избавляемся от губ с помощью корректора. Рисуем новые. Добавляем немного искусственной крови. Дополняем образ ярким париком. Наша модель готова. Праздник в честь Дня всех святых объявляется открытым. Да.